Минобороны России сообщили, что истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика P-8 «Посейдон». Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что самолет ВВС США приближался к госгранице России со стороны Черного моря. Су-27 приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал воздушный объект. Американский самолет сразу же изменил траекторию полета и удалился от границы. В Минобороны обратили внимание на то, что российский экипаж действовал в рамках международных правил использования воздушного пространства. Напомним, в Черноморской акватории проходят украинско-американские учения «Сибриз-2019». Ранее сообщалось о том, что в порт Одессы зашли флагман постоянной группы SNMG-2, канадский фрегат «Торонто», а также британский эсминец «Ди-37 «Дункан». Вчера в акваторию Черного моря зашел корабль «Дюпью де Лом» ВМС Франции.